Привет, друзья! Сегодня мы вам покажем и расскажем, как жила российская актриса Анастасия Заворотнюк в самом начале своей карьеры. Анастасия Заворотнюк стала по-настоящему известной после исполнения роли няни Вики в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Актриса тогда поразила многих телезрителей своей красотой, и сам сериал, и актеры, которые исполняли в нем главные роли, стали знаменитостями в России, в том числе и сама Анастасия. Однако российская красавица, которая является заслуженной артисткой Российской Федерации, известна не только по этой роли. В ее кинокарьере более 25 фильмов и сериалов, среди которых такие как «Код апокалипсиса», «Гоголь», «Ближайшие», «Аманда О», «Служебный роман», «Наше время» и другие. Роль в «Моей прекрасной няне» не стала для нее первой. До этого она уже успела сняться в 4 фильмах, однако такой популярности еще и не имела. Кроме того, Анастасия Заворотнюк является еще и театральной артисткой, а также активно участвует в телевизионных передачах, проектах и шоу. Во всяком случае, Анастасия Заворотнюк сегодня является одной из самых популярных представителей отечественного шоу-бизнеса как благодаря своему актерскому таланту, так и благодаря своей яркой красоте и харизме. Карьера Анастасии Заворотнюк началась в 1991 году, когда она снялась в фильме «Машенька». С тех пор она сильно преуспела в своей профессии и стала одной из востребованных актрис в наше время. Это и неудивительно, ведь Анастасия обладает явным актерским талантом, который привлекает к ее персоне многих зрителей и настоящих поклонников. Многие не любят эту актрису за те или иные роли. Однако стоит напомнить, что успех или провал фильмов не только лишь заслуга главных героев, но также и всех создателей фильмов, включая сценаристов, режиссеров, операторов и так далее. Так что у Заворотнюк есть такие роли, благодаря которым она прославилась более многих других актрис. И это говорит лишь о том, что она по-настоящему талантлива и достойна того, чтобы ее считали одной из лучших актрис современного русского кино и театра. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, которая приехала в Москву из Астрахани и смогла покорить всю Россию, 47 лет. Не такой большой возраст для прекрасной женщины, и сегодня она выглядит удивительно молодо и красиво. Однако многим наверняка будет любопытно посмотреть на то, как она выглядела в молодости, когда только-только начинала покорять российское кино, и даже тогда, когда ее еще никто не знал. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.